собираюсь сейчас собрать вот этот ящик и хочу попробовать его склеить на полиуретановый клей. И хочу произвести для себя такой сравнительный анализ между поливинилацетатным клеем и полиуретановым клеем. Меня интересует, насколько ПОУР клей будет проще в работе, чем ПВА клей. Дело в том, что при склейке вот таких сложных соединений ПВА клеем приходится работать в достаточно быстром темпе. У клея есть такой показатель время открытой выдержки. Этот показатель говорит о том, через какое время клей начнет затвердевать. И у ПВА клея этот показатель равен 60 минутам. Также ПВА клей – это водосодержащий клей, и считается, что при нанесении его на древесину у дерева начинают разбухать волокна. И вот эти факторы приводят к трудностям при сборке подобных соединений. Просто шип становится сложно вставить в паз. Бывает, что заклинивает наполовине. У полиуретанового клея время открытой выдержки равно 20 минутам. Согласитесь, это приличный период. И я очень рассчитываю, что сей фактор позволит мне спокойно заниматься сборкой вот подобных соединений. Итак, приступим. По ощущениям, полиуретановый клей имеет, ну, мне кажется так, более жидкую консистенцию, чем ПВА клей. Да, однозначно он более жидкий. Растекается по заготовке. Вот на этом этапе часто возникала у меня проблема при сборке ящиков. То есть сейчас приходится склеивать одновременно два угла.
Ну вот, что я требовал заказать. А внизу уже он такой становится непрозрачный, схватывается. Отлично. Да, клей себя оправдал. Все, сейчас оставляю его до утра. Ну, завтра посмотрим, что получится. Закончил я работу над выдвижным ящиком. Осталось вот его покрыть только лаком. Ну и какие выводы я сделал по поводу пурклея? Да, он намного проще в работе и легче с ним работать, чем с ПВА клеем. Ну, именно применяя его вот с такими сложными соединениями, где требуется много времени для нанесения клея и соединения деталей. Так что я и в дальнейшем с ним буду работать. В общем-то, все, что я хотел узнать, я узнал. Единственное, что хотел добавить, когда работаете с пурклеем, держите рядом ацетон, потому что здесь уже водой он не смывается, как ПВА-клей. Ну, в общем-то, наверное, и все на этом.